Мы прямые конкуренты правящей партии, и наших кандидатов давят со всех сторон. Провалена реформа ЖКХ в регионе. Сети переданы в частные руки. Мы против. Варварская строительная политика. Уничтожение лесов, скверов, объектов культурного наследия. Мы против. Раздолбанный общественный транспорт и платные парковки. Мы против. Вырубка северного леса. Мы против. Отменили прямые выборы мэра. Мы против. Задушили народ на селе. Мы против. Неработающая мусорная реформа. Мы против. Памятники оккупантам находятся в идеальном состоянии. Памятники наших погибших солдат запущены. Мы против. Принудительная вакцинация. Мы против. Дистанционное обучение. Мы против. Никель на Хопре. Вонь в Воронеже. Мы против. Мы за достойные условия жизни простого человека. Мы из народа. И всегда на стороне народа. Голосуй за справедливую Россию.